знакомства с творческим потенциалом города гости из Кыргызской республики начинают с визита в художественный музей. Здесь культурный экскурс проводит лично директор обители искусства. Делегация не упускает возможности пообщаться и с автором одной из выставок. Художник Анатолий Концуп с радостью отвечает на все вопросы. Помимо позитивного спектра эмоций, гости увозят с собой памятный сувенир. У нас сложилось очень такое теплое впечатление от нашего визита. Мы уже чувствуем себя как дома. Для нас это большая честь познакомиться с работами очень известного художника. Среди наших коллег тоже есть члены Союза художников Кыргызстана. И как он отметил, здесь чувствуется теплота в этих работах. В насыщенной программе экскурсии по краеведческому музею делегации из дружественной страны проникается богатой историей города. На Березине не проходят и мимо зала, пронизанного памятью о героях Великой Отечественной войны. Впечатление колоссальное, очень прекрасные экспонаты здесь. И вот такие вот музеи – это бесценное богатство, которое вечно будет славить ваш народ. Поэтому дай Бог, чтобы наша дружба крепла. За круглым столом в непринужденной обстановке гости из Кыргызстана общаются с председателем Бобруйского горисполкома. Во главе угла культурный форум «Творческий потенциал города». Официальная часть визита разворачивается на сцене театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. Одним из главных событий в жизни нашего города является международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» и пленэр по керамике «Арджижи», объединяющие народы и культуры, воплощая в себя все лучшее, что было унаследовано от предков, демонстрируя исторические и национальные традиции. Ответный жест. Вихрь творчества красотой поражает концерт с участием коллективов Кыргызстана. Роскошные костюмы, живая музыка, слаженность движений сливаются в настоящий праздник искусства в театре «Аншлаг». Рады видеть, конечно же, наших друзей из Кыргызстана. Постарались мы за это короткий промежуток времени показать нашу жизнь бобруйскую, культурную жизнь, самобытную, интересную, конечно же. Приглашаем их на венок дружбы, и на арт-жижель, и на всякие другие различные мероприятия нашей культурной жизни. Поэтому мы, Бобруйск, город гостеприимный, всегда рад видеть гостей. Со всем радушием частичка национального кыргызского колорита остается в сердце каждого зрителя. И, несмотря на языковой барьер, затрагивает все струны души. Елизавета Липиева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.